Здравствуйте, дорогие зрители, дамы и господа. Со времен старого канала, который я давно бросил, DPR Iron ничего вроде бы не выпускал. И вот, наконец-то, Peanut Butter Tears. Год спустя, вроде бы он наконец-то что-то выпустил. Давайте послушаем, все ссылки на экране. Подпишитесь, пожалуйста, прошу. Для кого я в конце концов стараюсь. Многие смотрят без подписки, это делает меня грустным. Хотя, возможно, из-за этого некоторые начнут отписываться, чтобы я стал еще грустнее, но так это не работает. Нет. В общем, поехали. One to the left, one to the right, and one in the middle. Immediately, something felt different and a lot more. Ставь лайк, если боишься стоматологов. Ставь дизлайк, если ты стоматолог. Только прикиньте, если этот видос посмотрит куча стоматологов, и я получу самый дизлайканный ролик. В общем, сразу напомнил, что есть у меня знакомые люди, которые боятся стоматологов. А эти врачи были очень похожи. Возможно, это они и есть. Но я не боюсь их. Terrifying. My tooth's been wiggling for you. Slap me that butter and your tooth. Ох, как хорошо звучит массаж мозга. Хоть басы достаточно широкие, чего я не сильно придерживаюсь, когда сводил, точнее, свожу песни. То есть, но пока что прямо насыщенное начало. Я хочу послушать вокал. Я знаю, вы тоже, поэтому зачем я нажал на паузу? Хотя я понял, для чего это сделано. Бас, за счет того, что он такой широкий, кажется, что он как будто за головой. И, во-вторых, вокал Айна, он достаточно такой серединистый. У него нету такого дичайшего верха, но какого-то там прямо очень низа, и он ровненько в центре находится. Опять же, видимо, художественная задумка передать чувство одиночества. Еще со времен напуганного кота. Scaredy Cat, это вроде бы напуганный кот, да? Или испуганный кот. В общем, та композиция его. Зашел мне его и вокал, и подход к написанию музыки. Он же сам еще музыкальный продюсер, сам себе пишет, сам себе поет. И, опять же, по авансам скажу, прям крутой трек. Он хоть и достаточно меланхоличный, немножко отрешенный, но при этом достаточно крупно звучит. Такое большое звучание, насыщенное. И даже бас, уведенный в стерео, в принципе, хорош. Never been so better. That's the way my feather. Look at me, my leather. Something better. Never been so better. That's the way my feather. Look at me. Видимо, нас ждет что-то больше, чем только один клип. И буду с нетерпением ждать. Мне понравился огромный массивный звук. Финальный припев просто прекрасен, при том, что тут
достаточно большой давящий округлый бас, но при этом все остальное звучит очень насыщенно. Прямо отличная работа с музыкой. Мое уважение. Вокал, как всегда, такой немножко отрешенный, такой меланхоличный, с легкой хрипотцой и харизмой. Чего еще желать? Список бустеров на экране, конечно. Что еще можно пожелать, как не людей, которые поддерживают все эти каналы, включая вот этот, и потом я попозже назову другие, вы не волнуйтесь. YouTube-спонсоры, донатеры, всем вам большое спасибо. Муа, целую. Также, Boosty, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте. Способ сказать спасибо этому автору и... И да, ну да, мне спасибо, так сказать. MP Reviews, K-Pop новости, MP Live стримы, телеграм-канал Хаплокация. Я по-прежнему Максим, я не говорю прощай, говорю до новых встреч, пока.